Привіт, я Нікіта Дрюченко, і мої гості завжди на спортику. Слем-данк, ні, це не двіжуха з розбитими, но саме на концерті. Слем-данк – це... Вадим, що таке слем-данк? Бо я насправді здивований, коли люди чують це і такі, що це? Що це? На самом деле, привіт всім. Сложный момент, потому что раньше, когда меня спрашивали, тем более на английском языке, когда я занимался преподавателем, она меня просила объяснить, что такое данки. С моим уровнем английского это было максимально сложно, она путала это с... как ямакаси, короче, не прыгал по крышам, как это называется? Паркур. Паркур, точняк. Вот, сейчас намного легче это объясняется, потому что, в принципе, стритбол-культура, баскетбол 3x3, и данки там же в этом составе едут максимально быстро к Олимпийским играм, поэтому как можно больше сейчас людей об этом узнают. И проще изъясняться и объяснять, что это такое. Если вкратце, то это когда игрок, допустим, игрок-баскетболист, прыгает вверх на паркете и забивает мяч в корзину сверху. Мы же занимаемся этим профессионально, то есть мы отдельно как данкеры, профессиональные данкеры, мы не баскетболисты, в частности я. И у нас проводятся такие специальные соревнования, в которых оценивается мастерство данкеров. Самое в чем элементе? Баскетбольном, я так разумею, да? Да, да, да. Вот, то есть мы прыгаем, делаем какие-то трюки в воздухе, там условно мяч под ногой, там мельница, там свои названия данков. І збиваємо сверху. Сидять судді, сидять зрителі, все це оцінюється. Ну, як-то так. Ну, догнали нарешті, що таке слем-данк. Я хотів, щоб ти описав п'ятьма словами свої відчуття, коли ти забиваєш зверху. П'ять слів, погнали. П'ять. Там, походу, будуть максимально розбросані. Це більше, ніж п'ять слов, так? Ну і добре, давай. Давай хоч спробуємо. П'ять слів. Окей. Присутствует ярость, даже такое есть. Присутствует счастье. Адреналин, какое-то удовлетворение после того, как я это сделал. Ну, это 4, да, уже? Да, еще один. И, наверное, какое пятое? Слушай, 5. 4 или набрал. Окей. Це як секс? Це як секс. Так, ну я на самом деле, знаешь, это очень сложно сравнивать. Это прям отдельный спектр ощущений. Вот совершенно. То есть я даже вот сравнить даже приблизительно с чем-то не могу. Это похоже на секс, потому что это совершенно что-то другое. Поэтому сложно подобрать 5 каких-то слов, прям конкретно описывающих это все. А ось ці почуття ти відчуваєш, коли на змаганнях присутні, чи коли просто ти можеш прийти на майданчик там, і в тебе виходить це? Угу. Ти знаєш, абсолютно везде это выходит, всегда это чувствую. На соревнованиях это добавляет энергии. Такая волна энергии от зрителей. Атмосфера. Конечно, сейчас, да, в пандемию проводятся соревнования без зрителей, к сожалению. Чуть-чуть по-другому это все. Но когда есть зрители, которые именно шарят, что такое данки, которые пришли именно сюда посмотреть именно на эти элементы, ты ощущаешь прямо эту энергию, это совершенно другое чувство. Плюс ко всему, ты соревнуешься, и в любом случае есть соревновательный момент, когда ты хочешь победить, никто другой, и вот эта вот схватка, зрительская энергия и плюс ко всему любовь к данкам, это просто трипл килл, и тебя просто там разрывает, конечно. То змагання без глядачів, як це? Ну, приблизно я розумію, всі спортсменам я ставлю це питання, але у вашому варіанті глядач ще й, мабуть, що підштовхує трохи вище вас. Да, это правда. Мы, во-первых, еще взаимодействуем со зрителем постоянно. Мы можем даже с помощью зрителей отчасти манипулировать судьями, да. То есть даже если ты какой-то данк не очень-то и получился у тебя, ты это знаешь,
Но, наверное, 80% аудитории, скорее всего, там не очень догадываются. Не догнали просто. Да, ты просто должен отыграть это очень хорошо, когда приземлился, такой типа, да, круто сделал, камон. Актеры. Да-да-да. Зрители же начинают на это реагировать. Это круто, это такой вайб, это нормальная движуха. И судьи смотрят тоже вокруг себя, смотрят, что всем это понравилось, как я буду ставить 6, поставлю 9 там условно. Вот. Отвечая на твой вопрос, конечно, сложновато в этом плане. То есть каждый должен показывать только свой профессионализм в плане физической подготовки, атлетизма. То есть на зрителя уже не сыграешь, на суде не сманипулируешь. И, ну, в принципе, как-то чуть-чуть по-другому. Но в любом случае концентрируешься на кольце, на мяче, как и обычно. То есть перед данком только эти две вещи тебя волнуют. Все остальное у меня, по крайней мере, не существует, поэтому не очень-то и замечаю. После забитого данка, конечно, не слышишь каких-то там оваций, аплодисментов, либо чего-то такого. Это, конечно, есть. Ну, а так, в принципе, не очень влияет. Ты зараз до якогось турніру готуєшся? Я только приехал пару недель назад, да. Был в Саудовской Аравии, там был финал Вертура ФИБА. Вот, это был второй выезд в пандемию. Всего лишь два было у нас в сезон, всего лишь два. Обычно это около 10-15 за сезон. Очень мало было, да. Вот, и это в этом втором выезде мы тоже участвовали без зрителей. Да, и все. Сейчас у нас в межсезонье. Ждем, тренуетесь, так? Тренуемся и ждем весну. Надеюсь, что все будет окей. У тебе є промоутер? У данкерів взагалі є промоутери? Ось так два питання в одному. Это непростой рынок. Абсолютно. И профессиональных команд про-данкеров не существует, кроме нашей. То есть вот конкретно команды данкеров, только одна, Данк Элит называется, в которой я состою. Там есть у нас менеджер, агент, который берет на себя очень важные обязанности, и очень много их берет. Мы, то есть, работаем как спортсмены только. То есть мы только тренируемся, держим себя в форме, забиваем новые данки на тренировках, ведем соцсети. Он делает все остальное, то есть все диалоги, все разговоры, договоренности с организацией, там, перелеты, проживания, все полностью, все на нем. Вы сосредоточены лишь на своей работе. Да, то есть ответ «да», у нас есть такой человек, который занимается этим всем и очень сильно облегчает задачу, типа нам. То есть нам не приходится писать организации, можно мы приедем, можно я приеду, а когда у вас то, когда у вас так. То есть этот человек всем этим занимается, мы делаем только свою работу. До Данк Еліт, я так розумію, що ти сам на себе працював. Ти був і промоутером сам для себе, і менеджером, і так далі. Був такий небольшой період, на самом деле, тому що перед Данк Еліт я був в команді «Герой площадок». Там була похожа ситуація, але там не команда профессиональных данкеров, там, в общем-то, были и фристайлеры, и баскетболисты, то есть там была полноценная шоу-команда. То есть яка займалась різними векторами, так? Да, шоу. Да, то есть там чуть-чуть другое направление, очень похоже, но чуть-чуть другое. Это уже ближе, наверное, Гарлем Глобтроттерс, такая полноценная баскетбольная шоу-команда. Вот. Наприклад, хлопці з Запоріжжя, їх багатенько, данкерів, завжди. Да. До них ще ми повернемось. Яку б ти пораду їм дав, щоб вони себе якось піарили? Ну, соцмережі, так? Що ще? Ну, якісь є ще шляхи, щоб стати більш відомим? Ну, зараз дійсно ера соцсетей. Як ти сказав до ефіру, що абсолютно у кожного є YouTube-канал. Це правда. Практично кожен намагається знімати якісь ролики на нього. Instagram абсолютно у всіх є, я думаю. У кого есть мобильный телефон. Это, наверное, выход, да. Но главное, если ты данкер и хочешь развиваться в этой сфере, не нужно постить какие-то любые либо странные вещи. Ты должен, естественно, постить крутые данки, классные свои тренировки, либо забитые. Конкретный сегмент у цей справи. Я думаю, да. Ты должен бить в одну точку, узконаправленно, чтобы... Существует очень много интернациональных аккаунтов по
которая сосредоточена именно на данках. Угу. У которых, и они сами это и шукают. Да, да, да. То есть там несколько сотен тысяч подписчиков, у некоторых миллион подписчиков. Вот. И они как бы ищут по интернету, в частности в Инсте, таких людей, которые забивают что-то новое или очень круто забивают. Угу. Они себе это постят, естественно, отмечают человека, который это сделал. Все очень просто. И человек получает какой-то профит в плане подписчиков. Вот, поэтому снимать данки, все очень просто, я думаю, пацаны это знают, пацаны просто все молодые, они только начали делать свои первые шаги в этом, поэтому все впереди. Назви найменшу и найбільшу сумму гонорару, яку ты заробляв. Хлопаш зачесался. настільки мало. Ну, згадай. Саме менше? Да. Що це було за сума така? Так, 100 гривень, 200. Так, 100 гривень було. Серйозно, так? Да? Ну, це прям дуже давно. Ну, очень, я розумію. Був чайник. Ага. Типа такой, да, заварничок. Навіть грошей не дали, просто чайник. Це на моєму першому контесті в житті. Серйозно? Да, да. А цей чайник в тебе зберігся? Да, ну, в моєму родному місті там остався. Кстати, сейчас планирую сделать видео на YouTube по моему первому контесте, как раз таки об этом чайнике. Вот, чайник был, было 100 гривен, были, ну, конечно, маленькие гонорары были, но для того времени, когда я только начинал, когда не существовало, в принципе, в моем понимании данк-контестов, данк-шоу, и то, что я не знал, что можно, в принципе, этим зарабатывать, то есть... Ну, мотивация была явно на гроши, я разумею просто. Да, я такой, камон. Деньги, ну, типа, чайник, ну, чай попью нормально. Не, ну, чайник то нормально. Да-да-да. А гроши не дуже. Я сейчас думаю, может, намек какой-то, да, ну, ладно. Вот. Тогда я рад был абсолютно всему, таким бонусом, круто. А наибольший? Самый большой. Так, ну, чаще всего мы выступаем в Европе. Я в Америке, к сожалению, пока что ни разу не был. Там самые большие... в истории человечества. Гонорары? Да, да. Там бывали 200 тысяч долларов, 100 тысяч долларов. Нормально. То есть там вкусненько было, да. Я езжу только по Европе пока что. Два раза отказали в визе. Вот, в Европе максимальный гонорар 3 тысячи был. Это на FIBA. FIBA 3 на 3 каждый контест сейчас. Если ты выигрываешь, ты получаешь треху. А хтось з брендів пропонує, виходить на данкерів, чи особисто на тебе? Можливо, якісь компанії, які пропонують? Взагалі такі історії бувають? Да, у нас, ну, серед топів, я маю на увазі. Да. Такі історії є, в частності, у нас вона була. І зараз вона в такому... в стадії заморозки, мабуть, на цей період непонятний. Як і весь світ, да, так? Да, да. То есть, є така компанія K1X. Так, я думаю, так, многие ее знают, которые в теме, люди, вот с ними мы сотрудничали, в частности я, то есть попал в Данклит, когда они уже сотрудничали, не помню сколько лет, я с ними имел дело около 2 лет, то есть полностью снабжали нас экипировкой, очень крутая одежда, мне очень нравится, к сожалению, здесь у нас купить ее не так уж и просто, они ориентируются на Европу, на Америку, расположены в Германии. Вот. И вот с ними сотрудничество было просто идеально, потому что у них и streetwear, и спортивная одежда, баскетбольные кроссовки. То есть у них было прям все, что нам нужно для выездов. Они нам клепали лейблы наши, логотипы, никнеймы. Просто было суперски. Когда ты идешь в одежде K1X со своим ником там. И, приемно и красиво. Да, и ты заходишь на баскетбольную площадку, видишь, что все знают, что такое K1X. Это прям очень круто. То есть для хип-хоп культуры, наверное, это... Этот бренд значит много, и я думаю, это достаточно редкий вот в наших краях бренд. Чи проходите вы допинг-тесты? Нет, мы ни разу не проходили, даже перед чемпионатом мира. На самом деле, я не знаю, может быть, для кого-то их это хорошо, но с другой стороны, немного унижает, наверное, нас как спортсменов, в плане того, что все участники FIBA перед чемпионатом мира, перед чемпионатом Европы, я не знаю, на Вертуре да или нет, но все они проходят допинг-тест. Окрім вас? Да. Кроме данкеров. Поэтому... Чому? Вот я не знаю. Скорее всего, нас недооценивают немного, что мы не спортсмены. Я не знаю. В какой ранг они ставят данки. Для нас это спорт, естественно. Для зрителей, конечно же. Ну, как и любой спорт, отчасти там большая часть это шоу для зрителей. Если хотят прийти посмотреть, поболеть, покричать. Вот. И пока что... На данный момент баскетбол 3 на 3 – это олимпийский вид спорта уже.
я про що і до чого я веду, що виходить, що спорт олімпійський, до Олімпіади начебто так, готуємось, є якісь варіанти, а допінг-тестів немає, якісь стандарти незрозумілі. Да, про Олімпіаду, так, продовжуй. Да. От поэтому немножко как-то обидно, что если бы мы сдавали тесты, мы бы точно считались бы спортсменами, точно это был бы вид спорта отдельный. Пока что это в таком подвешенном состоянии, хотя система оценивания данков – это очень сложная и субъективная вещь. Сейчас над ней ФИБА конкретно работает, очень молодцы ребята, потому что с нами советуются, консультируются, как оценивать такой-то данк, такой-то данк. Окей, это чуть от темы. По поводу Олимпиады, баскетбол 3 на 3 является олимпийским видом спорта с 2 года уже, по-моему. Вот должны были в Токио ребята ехать. К сожалению, на следующий год уже перенесли на этот, на нынешний. Данки, я так розумію, що буде і відбір. Да, я там систему точно тебе не скажу. Там, все складно, я тебе так хочу сказати. По поводу данков, к сожалению, данки пока не вошли в состав Олимпиады. Но на протяжении, наверное, лет 3-4 у нас с руководством есть какие-то диалоги с руководством ФИБА по поводу попадания нас на Олимпиаду в качестве не спортсменов, то есть мы не будем бороться за медали, скорее всего, а возможно будут какие-то контесты, но в рамках Олимпиады, что уже очень круто для нас, просто это если случится, то это просто, это моя мечта по факту, когда только начинал попасть на Олимпийские игры, а если забрать там еще золотую медаль, аудитория весь свет. Это капец. И вот как раз таки после этого, вот если касаться его первого вопроса, что такое данки, уже после Олімпіади будуть знати всі абсолютно. Об'ясняться не прийдеться. Щодо оцінювання данків, ти говориш. Десятибальна шкала – це вже якийсь old school? Можливо, треба змінити це? У футболі там з'явився VAR, ще щось змінюється. Говорять про баскетбол, в якому там теорії про чотирьохочкові. Оцінювання десятибальною шкалою данків – це... Ще ти нормально. Знаєш, поки що можливо, було... як у фігурному катанні. 7-8, 3-5, таке щось. Возможно, да. Поки що я не пам'ятаю, що були якісь спори, скандали на цій почві. Но я думаю, ми к этому движемся 100%, тому що зараз уже з кожним сезоном ФІБА все усовершенствується в плані судейства. В этом году, в прошлом точнее, уже добавили, то есть человек забивает какой-то данк, судьи смотрят 3 повтора с разных ракурсов на большом экране, только после этого ставят оценки. Да, это на Вертуре. На мировом, на чемпионате мира там сидит 5 судей вместо 3, и там уже своя система оценивания, чуть-чуть посложнее, там максимальные баллы минимально отбрасываются, то есть учитывается только вот средний балл. Возможно, вот эти десятичные части в дальнейшем они будут использовать, скорее всего, так, потому что данки развиваются, не стоят на месте, и оценивать, я думаю, будет еще сложнее в будущем. Слухай, що я повинен в теорії, як данкер, у 2021 році зробити таке, щоб данк-еліт побачили і сказали, оце, звісно, Нікітос, ти вообще красавчик. Є один советик. Давай. Все стремятся, все данкеры, абсолютно все стремятся забить дабл с бэй. Это когда человек прыгает вверх, проводит мяч под одной ногой, потом по второй ногой сразу и забивает сверху. То есть этого никто никогда не делал, даже не приближался. Ну, то есть условно есть Джонатан Кларк из Америки, он забивал этот данк только с одной ноги на низкое кольцо и мячом шестеркой. То есть это не очень считается в наших кругах. Вот, если кто-то забьет это на стандарт, то, просто король данков сходу. То есть ты можешь просто вот так закрыть Инстаграм, типа все отложить, и ты уже пожизненно будешь легендой 100%. А ты, до речи, пробовал это сделать? Я пробовал, да. В парке Лобо я пробовал. Есть над чем работать. Данки, тож, твоя робота, я так розумію. Що ти купив за зароблені гроші таке особисто для себе, для душі, для Вадіка, щоб ні з ким, не з дівчиною, не з ким, не з батьками, от для мене? Ти знаєш, я такий чоловік, що так случилось, що більшість бабусиків я либо відкладував, либо я вкладував в сім'ю.
так случилось, что там с мамой съездили, с женой несколько раз куда-то съездили, то есть 5-10. Себе я очень мало чего покупал, на самом деле. Тем более из одежды, когда... Когда тебе все выдают. Я джинсы делал, наверное, второй раз в году. Вот. Боже, как приятно джинсы на интервью. Класс. Да-да-да. Из такого купил себе в прошлом году PlayStation. Нормально. На зиму, да, перезимовать. Ну, потерпів уже трошечки, вже п'яту взяв. Да, да, вот я не знаю. Що ж ти? Вот, машину взяв. Ну, це... Все. Машина і PlayStation. Іграю, катаюсь. Скільки тобі років? 20, скільки мені? 20... 1 января сповнилось 28. 28 років. Я хотів машину і PlayStation. Вона... Її можна в машині так підключити? Я ще не пробував, я думаю, розберуся. Думаю, можна. Круто. Спробуй. Коли ти напрягаєшся, чим ти будеш займатися? Фух, вопрос сложный, вопрос задается очень часто в соцсетях. Ну, потому что, разумеешь, спортивная же карьера ось такая. Ты знаешь, мне вот очень сильно запало в голову, прямо всегда у меня вот так звоночком звенит, спор заканчивается в один день. Кто-то сказал, я не помню. И вот эта фраза у меня прям такая, фух, как знаешь, холодный душ. Хорошо, что я узнал эту фразу, услышал еще пару лет назад, по-моему, и тогда я уже начал задумываться. Так, я типа в топе сейчас, я, ну, до сих пор, на самом деле, на данный момент я еще не дошел до своей пиковой формы, я чувствую, что еще много еще есть куда расти, развиваться и прогрессировать, это одно, но я понимаю, что очень много примеров вокруг меня, которые, ну, спортсменов, я имею в виду, которые заканчивают спортивную карьеру и после этого уже задаются вопросом, что делать. А по факту, ну, это очень жестко. Настоящий мир жесткий. Когда ты заканчиваешь спортивную карьеру, ты, ну, никто в обычной жизни. И, скорее всего, ты никому не потребен. 100%. Это жестокая правда. И, к сожалению, многие об этом не задумываются во время спортивной карьеры. Значит, что насчет... твоего вопроса. Мы со Смовым развиваем, у нас есть прыжковая программа, которую мы развиваем очень многим. Она помогла развить прыжок, забить свой первый данк, развить свои показатели на баскетбольной площадке. В принципе, она уже существует несколько лет, наверное, года три. Затем у нас есть баскетбольный магазин онлайн. Пока что планируем в перспективе его развивать и масштабировать. Сейчас мы работаем на три страны в СНГ. Так, что еще сейчас? Я вот недавно запустил свой мерч. Удивительно, но многим это интересно. Затем в соцсети начал YouTube-канал вести. Там тоже какие-то есть движения. Во всяком случае, из соцсетей, из Инстаграма, там всех остальных, YouTube, очень хорошо можно направлять трафик в нужные моменты тебе в плане бизнеса. Ну, грубовато, но в общем, ты предлагаешь свои услуги, предлагаешь свои товары людям, которым это интересно. То есть я практически ничего не рекламирую себя, ни там, ни там, ни там, только какие-то свои товары, свои бизнесы. Вот, то есть программа прыжковая, баскетбольный магазин, футболочки там свои, все остальное. Все свои, все твои скиллы. Да, ничего, да. Ничего левого. Слушай, какая твоя была первая профессия, где ты вообще взагалі працював? Да, у нас был Денис Минин, сказал, что у него никогда не было и не будет трудовой книжки, она у тебя есть? Да, чи есть. Была? У меня есть одна запись. Одна запись. Давай. Я работал полгода на шахте. Бам. Угу. Вот. По образованию я отучился я в техникуме, монтаж и эксплуатация горного оборудования, после чего я поступил в академию, отучился там до третьего курса, понял, что профессию я хочу поменять, поступил на, перевелся на охрану труда, после чего случились действия определенные, я забрал документы, приехал сюда, то есть я не закончил академию. Но работал я шахтером, после этого по трудовой книге, но после этого работал много где, абсолютно в разных вообще сферах. Все, что завгодно. Вообще. Ну, то есть мне, ну, типа, ничего не нравилось абсолютно. YouTube-канал, что там за контент и идея пришла тебе особисто, чи хтось тобі сказав, слушай, ну уже, ну, що, давай. Всі роблять, але ти ж ще з платформи, в тебе є база фанатська, давай.
Это плюсы коронавируса. Ага. Вот, ты сидел и не было что делать. На машине покатался, приставку поиграл, что делать дальше. Такой, ну, YouTube. На самом деле, давненько я планировал это сделать, но как-то вот действительно времени не было. После тренировок жестких ты устаешь. И вот до этого прям, ну, нет времени. Поэтому сейчас, в эту пору, такой, ну, блин, сейчас точно да. Почему бы нет? Самый час. 100%. Я купил себе микрофончик тоже, такую петличку. Взял у жены камеру. Штативчик есть. Накидал тем. План действий. Сколько тем и мне полетело. Нужно. Да, и пошло-поехало. Но на самом деле тяжковато. Пока что не лежит душа, честно говоря, к этому. Каждый раз себя заставляю это делать. Но надеюсь, что когда-нибудь я это полюблю. Про що мріє Вадим? Ну, окрім Олімпіади, до речі. Да, Олімпіаду. Я хотів би на Олімпіаду попасть, забрати там золото. Я дуже хочу попасть. Слухай, тоді, у мене виникло таке питання. Олімпіада, потрапити до неї, або у великій перерві All-Star Games, там чи там, за океаном, чи по ту сторону? Фух. Тут на весах, конечно, все. Ничего не Ну, на самом деле, сложный вопрос, потому что Олімпіада – это чистый спорт. Это и сам себе докажу, и всем остальным. Там, не знаю. Мне, знаешь, я просто не фолловер NBA, в принципе, уже. К сожалению, несколько лет я не слежу за баскетболом. Поэтому значимость, конечно, большая выступить на паркете NBA в перерыве матча всех звезд. Но, наверное, я выберу Олимпиаду все-таки, потому что это в голове у меня всю жизнь, когда я занимаюсь данками на Олимпиаду. Также у меня из мечт есть это попасть в Америку. В финале, потому что два раза уже подавался на визу, мне отказывали. Чистая история визовая, не знаю, почему так случается. Мы можем это назвать мрією. Да, я очень хочу просто попасть туда. Наверное, это навеяно из фильмов, просто хочу ощутить. Атмосферу? Да. Там все з'явилось, там багато чого з'явилось, так, и хочется туда и потрапити. Да, как-то так. А про що мріє данкер Вадим? Я хочу... Давай. Я хочу. Так, ладно. Моя мечта как данкера как можно дольше оставаться на паркете в хорошей форме. Очень хочу закончить карьеру примерно в 70-73 года. Нормально. Где-то так. И то, бо уже выносить будут тебе. Ну, потому что да, уже все повыиграло. Типа, да. Гарно. Слухай, чи ми сьогодні вже заговорили про пацанів з Запоріжжя? Вам всім привіт. Я особисто вважаю, що Запоріжжя – то мекка якась данкерів. Чому так? Де їх там випускають? Малоринок. Якесь ком'юніті. Ну, воно і так є. Чому саме там? Я не знаю. Я думаю... Ти ж спілкуєшся з ними з усіма і цікаво. Да. Там дійсно дуже багато молодих пацанів перспективних. Как это все зародилось і чому це образувалось, я думаю, що Ілля Кроха був толчком всей этой компании, потому что, ну, считается, точнее, считалось, что данкеры, они должны быть рослыми парнями, там, 180. Ну, а он сломал стереотип. А он сломал стереотип, он делал очень классные данки, он выигрывал масштабные контесты, просто что, все такие сидят, не понимая, что происходит. И поэтому он всех, естественно, заразил, свое ближнее окружение данками, все начали заниматься, и абсолютно любого возраста, роста, чего угодно, все начали пробовать это делать. Почему бы нет? Кроха, тем более, такой сам по себе яркий персонаж, так скажем. Вот. И еще больше цеплял молодую аудиторию, не только. Я думаю, это ответ. Наверное, так. Хлопці, продовжуйте, все вірно. Чи існують дівчата-данкери? Ты когда-нибудь бачил таке? Ни разу в жизни не видел, как забивают сверху девушка, но и профессиональных данкеров женщин нету. Но в видео есть парочку в сети, когда девушки забивают сверху. Ну, это, кстати, даже конкурс есть. Один конкурс, по-моему, есть. Муф обозревался на канале, как девушка выиграла данк-контест, по-моему, нормально. В Америке где-то. Что такое треба, было? Треба глянуть. Что такое было? Покажи, будь ласка, свій плейлист с музыкой, який там перший трек. Телефоне. Я вчера закачал. Давай. Кстати. У меня плейлист очень скудный, я там просто... Ты не бачив у Дениса Мініна, там такий олдскул. Да? Там Eminem, 50 Cent, там такі треки серйозні. Тут просто скачаний кліп, який йде час. Нормально. Бачите? Там чоловік сидить, вже починає фристайлити.
Ну, в общем, ну, чтоб понимали. У меня... Заразумел. Это второй трек в плейлисте. Все остальное здесь... Там я юзаю... Ладно, это уже... Ага. Питання останнє. Хто у українському чемпіонаті, у суперлізі з професіональних гравців у баскетбол, на твою думку, найкращий данкер? Можеш декілька назвати, якщо... Без легіонерів, я думаю, що це Ткаченко, скоріше всього. Ми з ним прыгали якраз на All-Star здесь, в Дніпрі, в 2017 году на данк-контесте. Так случилось, что организация решила пригласить про-данкера в качестве участника. Это им был я. Да, да, это был я, единственный, по-моему. Вот, и я соревновался с игроками Суперлиги, и Ткаченко меня удивил, очень приятно. Забил очень классные данки. В принципе, в сети он часто мелькает с его хайлайтами в игровых так, моментах. Так. Крутой, крутой данкер. Я бы на его месте рассмотрел бы... Паралельно дві кар'єри. Да-да-да, почему бы нет. Це був Вадим Міллер, це був Нікіта Дрюченко. На спортику, як завжди, ми з вами. І пам'ятайте, що неважливо, яка у вас там вага, зріст, повірте, вам все під силу. Ще побачимось.